заберем мотор, поставим аккумулятор, потом уже загрузим. Таким образом установим сначала мотор, потом все остальное. Снесем аккумулятор. Дождь сильный был ночью. Неплохо страшно. Я думаю, сейчас после такой жары 33 градуса карп будет брать очень хорошо. Все, аккумулятор есть. Сейчас заберем все палатки, сидушки. Посмотрим, что получится с этого. Я думаю, трофеи будут. Так как здесь трофейная рыба до 30 килограмм. Вот я вчера утром рыбачил, забыл резиночку на резину. Вот так. Так. Это сюда. Остальное тащим потихоньку. Но это целый труд, конечно. Работы много. Нагружать, разгружать, загружать, разгружать. Потом весь процесс снимаем сегодня максимально. Оператора нет, уехал в Швейцарию, но мы справимся без него, я думаю. Весь процесс. А вы не думали, что нам легко это дается? Поймать трофейную лопатку.
мать. Самая нужная вещь. Карпишинги. Без кровати делать нечего. В общем говоря, сегодня мы будем много чего испытывать. Так, удилище пока здесь. Сумка сюда. Я думаю, вот тут надо его вот так. Поместится все остальное здесь. Ну сейчас разместим. Что осталось? Восход. Еда, корабль. Скажу одну вещь. 3 дня это 5 месяцев ходить в спортзал. До того это физическая нагрузка. Так, это сюда. Так, это куда мы хотели? Это вот сюда. Очень важная вещь. Ботинки сюда, потом мы залезем, аккуратненько все расставим. Так, половину загрузили. Выходит Родпот на причал сам. Родпот мы поставим сверху. Вот таким. Вот таким образом. Это у нас будет здесь. Так, еще осталось чуть-чуть. Если вам сказать про физику, поверьте мне,
тут загруз полный идет. Оп, стоп. Можешь упасть. Так. Это сюда. Это сюда. Еще чуть-чуть. Но вы чувствуете, как здесь загружено все. Вся коробочка полная. Сейчас осталось еще чуть-чуть. И таким образом у нас все по чуть-чуть. Ребятки, друзья, дети и взрослые. Первый этап с загрузкой корабля закончился. Сейчас еще докину вот так. Один сюда, один сюда. Так. Ладно, один туда. Ведро. Да. Ну и главный аргумент. Грести надо будет, я так понял. Ну или перелезли. Главный ингредиент нашего занятия — это, конечно, кораблик, который очень сильно вручает, когда уже в возрасте ты, а картишек не отпускает. И он вручает очень хорошо. Что я могу вам сказать? Карпятники, друзья, подписчики 1900 года Шале. Это наша ассоциация, существует 123 года. В этом водоеме есть 150 килограммовые самы, карпы 30+, 38 килограмм поймали амура одного. Но видно, что они есть здесь штук 20, их здесь амуров. Так что после жары, может, нам повезет. И мы действительно поймаем хорошего трофея. Всем удачи. Берегите себя, своих близких и друзей. Все, пока.